Место прощания с народной артисткой Советского Союза Инной Чуриковой, скончавшейся 14 января, было изменено по решению ее близких. Траурная церемония должна была состояться в Театре Ленком, где Чурикова работала на протяжении 45 лет. Однако родственники звезды приняли решение организовать прощание в Храме Христа Спасителя. По решению семьи народной артистки Инны Михайловны Чуриковой, церемония прощания перенесена в Храм Христа Спасителя и состоится в верхней церкви храма 17 января в 11:00. Гражданской панихиды в театре не будет, сообщили в пресс-службе театра. В учреждении добавили, что актриса будет похоронена на Новодевичьем кладбище.